Прогалин не было, чтобы было плотненько, люди везде стоят. Давайте начнем с одного. Мужчина, женщина, мужчина, женщина. Замыкаем, замыкаем ваше голову. Ты будешь с нами рубашить барабан? Хорошо. Давайте круг, 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 делаем, делаем, делаем. Давайте, давайте, давайте. Есть еще один обряд, поскольку у нас произошло слияние двух миров, произошло черного и белого, произошло жизнь и смерти, масса семьи Отца Небесного. Мы вошли в весну, весеннее солнце, плодородие наше. И как символ новой жизни от всего нашего рода мы принесем требы, которые позволят этот хлеб, этот символ нашей жизни, чтобы у всех здесь присутствующих, у наших родов был достаток, была любовь, было здоровье. Отче наш Боже, солнце наш пригоже, ты даешь нам могущество света и правды, оберегаешь души наши от кризы всякой, от надругательства черного и мрака навива. Тобой защищенные, силой света освященные, с богами нашими родными в единую правду сливаемся. Боже наш Боже, славим Тебя, как праотца нашего, и душ наших оберег вечный. Прими пожертвование это хлебное, как дар от рода нашего. Пусть осуществится все сказанное и желаемое. Слава даж Богу и всем богам православным! Слава! Запустим этот хоровод, чтобы целый год у нас был в достатке и благости, счастья и радости. Ура! Ура! Oh,
все. Сделать хоробом. Круг был разорван в двух местах. Ну, такие да, пусть силы вбежались. Давайте чуть-чуть отдохнем. Замыкаем круг, замыкаем. Чуть-чуть.